Мы все время торопимся, мы не успеваем насладиться жизнью. Предлагаю закрыть глаза, погрузиться чуть глубже. Направьте фокус внимания на свои чувства. Наши занятия будут включать в себя три урока. Мы будем исследовать сексуальность методом стихосложения. Погрузимся в тему сексуальности с помощью телесности. Чем хороша арт-терапия? Тем, что есть правило отпустить голову. Творчество – это же легко, интересно, замечательно, поэтому пробуем